Причем вот этот пас длинный сейчас он показал, что надо обязательно вот так по диагонали действовать футболистам Алании. Это может, такие передачи могут ставить в тупик защитников. Да, как раз Газаев об этом и говорил. Держаков получает мяч у угла штрафной. Он уже в штрафной площадке. Готовится для удара. Пас на правый фланг. Быстров. И здесь пенальти. Да, да, да. Но здесь ничего уже не придумаешь. Быстров действительно прокинул мяч в сторону. Его на бедро принял защитник Алании. Еще раз удостоверимся, посмотрим сейчас. Ну, Быстров-то протолкнул мяч, он замахнулся. Защитник думал, что будет бить, поэтому закроет с собой ворота. Ну и так, Киржаков у мяча. Виталий Гудиев в воротах. А помните, кстати, Акинфеев начал с отраженного пенальти. Да! Ха-ха! Но все-таки гол. Все-таки Быстров забил мяч. Но вратарь отбил. Молодец. Голкипер просто великолепен, да? В свои 17 лет жаль, не поддержали его защитники. Да, уж расстрел какой-то был, потому что второй удар еще был, который тоже не пришелся в створы. Только третьим Зенит забил. Владимир Быстров, который заработал пенальти, получается, что он его и реализовал. Итак, 1-0 впереди Зенит. Но я говорил, что преимущество все-таки очевидно было Зенита. И это логическое завершение. Честно говоря, не хотел я накаркать для «Зенита» и не хотел никоим образом помешать Киржакову забить. Но Виталий Гудиев настоящий молодец, это правда.